И шла царевна к синему морю. Вот куда я попала сегодня. А здесь сундук с сокровищами. На берег выбросила. Как интересно, какая красота. Я не могу приблизить, потому что у меня телефон в руках. Камера моя что-то сегодня заглючила. Вот. Какая красота. Не буду подходить ближе, потому что здесь не очень-то хорошая дорога. Но я вижу не сундук с сокровищами, я вижу фламулины. И они, как ни странно, подросли. Мне даже есть чем поживиться. Сегодня немножко я их возьму. Вот они какие. Все-таки лесовичок мне вырастил эти грибочки. Это шик, блеск. Это шик, блеск и красота. Нет, это еще не все. Дальше в сундучке. Вон что у нас есть. О, как называется? В фильме в каком-то сундучок был. Никакой не Пандоры. Сундучок какой-то индийской богини. Вот они, фламулины. Вот они, мои фламулины. Какая красота! Вообще. И даже выше, но с той стороны я вижу. Вот они будут к Новому году. Я приеду сюда за ними. И будет у меня вообще шикарная находка. Вот и здесь они еще. Так. Саша. Ну-ка. Сидит себе. Ну-ка, выходи. Выходи и забирай грибы. Сидит себе. Успокоился. Так дело не пойдет. Ладно. Сейчас я его вызову, он даже и не видит, что я делаю. А, здесь ликогалы. Все, покажу сейчас лес. Ой, здесь еще трутовики мои любимые. Но дерево голое уже. А что на этом дереве там? Желтеет. Не дрожалка. Ну, вряд ли. Откуда она может здесь быть? Глаз-алмаз. Что-то здесь такое интересное. Наверное, дрожалка. Была бы камера. Ну ладно, телефон тоже. Это хороший телефон. Наверное, дрожалка. Сейчас откушу чуть-чуть. Ладно. Странно очень. Здесь, в этом лесу, я дрожалок не видела. О, еще фламулины. Друзья, что-то беленькое еще вижу. Так, ну здесь ходить не очень-то хорошо. Вот. Сейчас подойду к синему морю. Может, еще какой-нибудь сундучок мне? Да. Лесовичок. Даст. Нет, это не стоит моего внимания. Вот эти трудовики. Так. А лес стоит загадочный. Еще какой. Хорошо. Круто. Зря он время теряет, дорогой. Мой муж, как сказала, куши. Да тут везде эти. Ой, ладно, не буду снимать. Нет. Иду дальше. Вот. Вот. Как я уже и сказала, черти все здесь попрятались, ушли на дно. А я иду дальше. Вот. Такая природа. Не зря я сюда сегодня приехала. Вот. Фламулины перевернула показать. Потому что я всегда показываю с другой стороны грибы. И, как я заметила, их кто-то пожевал по краям. Наверное, какие-то улитки все-таки были. Все. Концерт окончен. Ладно. Всем пока-пока на красивом
Всем пока-пока и до встречи!